Всем привет, с вами как всегда Гелик. Сегодня мы играем вот такую игру, я ее уже прошла до конца почти. Вот тут есть пушечка такая, где можно стрелять. А есть мячок лазерный. Вот смотрите. Да, на тебе. Игра прикольная, там есть несколько планет. Это конечная планета, она очень маленькая. Хотя это больше похоже на космический корабль. Сами пишите в комментариях, космический ли это корабль или планета. Оп, а это деньги. Ими можно создавать... Блин, реклама. Сами понимаете, ограничителя тут нету. Да, реклама. Вот видите, планетки. И вот смотрите. Смотрите. Можно создать новую пушку. Я это удалил уже чем-то. Вот смотрите, можно вот такую создать. Оп. Да блин. Смотрите. Ой, я просто заболел. Ой. Смотрите. Давайте вот все поменяем. Давайте возьмем другую. Да, Маш. Конечно, надо взять другую. А давайте-ка возьмем вот. Телефон упал. Я играю на телефоне. Компьютер мамы у нас отбрала. Это я сообщила. Кстати, досматривайте видео до конца, пожалуйста. Ну или можете не досматривать, если оно вам скучно. Такс, опа. Такс. Ладно, придется этот. Придется этот. Нет. Как-то не идет. Пошли. А если просто сделать вот так? И вот как-нибудь. Вот. Блин, придется какую-нибудь. А, эту штуку забыли установить. Ладно, придется и эту устанавливать. Давайте эту. Так, оп. И смотрите, давайте вставим вот такой кристаллик. И вот так он выглядит. Опять реклама. Реклама не стоит смотреть. Слава богу, быстро кончается. Ну вот, смотрите. Пиу. Ну, на мечом лучше. Да. Черт, меня убили. Да. Меня убили. Конечно, жалко. Жалко такое. Но они не могут убить. А вот эти вот ящики как раз таки и могут. А это ящики. Обычные ящики. Просто надо уничтожать. Оп. Ой. Так. Хоп. Так. Дыш. Ой, чуть не умер. Ой, на тебе. Я тебя боюсь. Не трожь меня. Yes. Давайте дойдем эту планету до конца.
Ой. Есть. Давайте вот эту возьмем. Оп. Как он меня убил? Или я сам себе бошку отрезал, блин? Как это можно отрезать себе бошку? Да. Так, ой, на вам. Фигня ты. Такой. Аж выскочил. Неожиданно так. Не ожидал. Видишь, старого знакомого. Потому что я с ним знаком уже 3 дня. Я ее прохожу 3 дня только. Фух. Я пошел. Опять реклама. Не вижу рекламу. Да. Наверное, многие не любят. А, впрочем, кто любит? Просто ненужную рекламу. Это просто мусор. А я что делаю? Я предпочитаю лучше оружие. Пушки против такой штуки ни к чему. Только лазером можно отбить. Так.